Я буду готовить вместе с Бруно чай, очень уникальный, и делать вкусную яичницу. Начинаем с яичницы. Поливаем масло наверху, что становится белое. Положим на тарелку аккуратно. Добавляем помидоры узбекские, тоже 1 черри. Немножко корный салат, немножко соли, оливковое масло, листок рукола, 1 шпинат, и наша яичница готова. Делаем чай. Включаем чайники. Борг нам в помощь. Ждем, что немножко нагреется. На литр вода 6-7 сбрежей лаурового листа. Добавляем. Тонкие корочки лимона. В конце добавляем красный базилик. Меняется 3 разных цвета. Зеленый, красный, фиолетовый цвет. 2 лимона. И получаем волшебный чай. Сегодня на завтрак у меня очень вкусная яичница и уникальный чай.